Переработка картона, ограничение в продаже пластика, создание рыбохозяйственных заповедных зон. Экологические инициативы бизнес-сообщества стали темой заседания Комитета по природопользованию, аграрной политике и экономической безопасности Краевого заксобрания. Оно прошло в рамках главного делового события региона 13-го съезда предпринимателей. В пятый день работы съезда предпринимателей Камчатского края мы обсуждали вопросы, которые связаны с экологическими инициативами нашего бизнеса. Эта тема является не случайной, потому что в прошлом году мы уже поднимали эти вопросы и говорили о необходимости включения в стратегию развития Камчатского края вопросов экологии практически в каждый раздел. И сегодня, в этом году, когда у нас идет завершение разработки стратегии социально-экономического развития до 35 года, выделен целый раздел, целое жизненное пространство, которое как раз посвящено вопросам экологии. Именно поэтому важно было в этом году обсудить те инициативы, которые исходят непосредственно от бизнеса. На заседании обсудили экологическую составляющую в стратегии социально-экономического развития Камчатки до 2035 года. Инициативы рыбохозяйственного комплекса, которые касаются мер по сохранению рек и популяции лосося. Актуальным вопросом стало обсуждение бесконтрольного использования полиэтиленовых пакетов. Безусловно, мы обсуждали вопросы создания рыбохозяйственно-заповедной зоны. Если в этом году все согласования будут пройдены на федеральном уровне, в этом году до конца года на территории Камчатского края будут созданы 5 рыбохозяйственных заповедных зон, которые инициированы рыбопромышленным комплексом Камчатского края. Мы обсуждали те вопросы, те инициативы, которые сегодня есть в других субъектах и прорабатываются на федеральном уровне в части ограничения продаж пластика, полиэтиленовых пакетов в туристических на туристических территориях. Этот вопрос, конечно, вызвал дискуссию у нас. Конечно, было принято решение о том, что необходимо более детально изучить этот вопрос. Очень важно сегодня не вводить ограничительные меры, пока нет альтернативных возможностей использования данных, допустим, пластиковых или полиэтиленовых пакетов. Подняли вопрос переработки картона на территории края, введение отдельных инструментов или механизмов экономики замкнутого цикла в сельском хозяйстве и вопросы озеленения города. Я думаю, что эти предложения, в том числе по переформатированию государственных и муниципальных закупок со стороны органов власти в части внедрения требований как раз к продукции, которая сегодня закупается, с зелеными стандартами в 2024 году. Я думаю, что эти инициативы будут озвучены в том числе на пленарном заседании съезда предпринимателей Камчатского края, который состоится у нас 30 мая этого года. Всего в рамках съезда предпринимателей запланированы 13 мероприятий. Они касаются вопросов стратегии развития отдельных отраслей, проблемы кадрового обеспечения региона, производства, логистики, экспорта, жилищного строительства, защиты прав инвесторов, а также качества жизни в регионе.